И всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. И сегодня мы с вами будем продолжать рубрику «От Camera Woman до TV Spider». Я за кадром поиграл, и у меня появились вот такие вот крутые юниты. Мы их сегодня будем трейдить. Ну ладно. Увидимся, когда будет первый трейд. Нам предлагают вот такой оффер, но, если честно, это маловато. Поэтому нет. И да, сегодня я решил то, что мы будем в трейдинг плейс. Вот я сейчас в нем. И давайте будем писать трейд акт. Ну и нам предлагают вот такой вот оффер. Думаю, я соглашусь, да. Мне нужен Cinema Man. Он для меня крутой. Трейдимся дальше. Так, ну и следующий трейд у нас вот такой. Это лазеркар на TV Woman и 20 гемов. Я считаю, что это достаточно хороший трейд. Так, ну и следующий трейд у нас вот такой. Cinema Man на 4 леги и 6 хорошеньких эксклюзивов. Мне понравился этот трейд, поэтому идем дальше. Ну и вышло обновление, в общем. Также я за кадром получил подписанного апдейт Титан Спикермена. И затрейдил его на акта TV Woman, Large ученого и спикер колонку. Ну и вот как сейчас выглядит наш инвентарь. Ну и на этом все. Всем удачи и всем пока.